Всем привет, с вами Raul TV. Сегодня мы опять продолжаем играть в игру под названием Geometry Dash. Это игрушка, ну просто crazy. Вот помните мем такой, ну crazy, вот тут crazy. Прикати поле только что проехала. Просто игрушка crazy и для реально четких крутых пацанчиков. И, кстати, спасибо за лайки, комментарии, которые были отправлены в прошлой серии. Многие говорили о том, что чтобы научиться в эту игру, нужно играть довольно долго, и это логично. Я бы научился играть в Geometry Dash, если бы у меня было довольно много времени, но, к сожалению, так как мы спешим, у нас довольно много игр на прохождение, мы просто обозреем все уровни, а также уровни ваши по желанию, пока проходим, можете также предлагать, и мы будем их проходить, и, собственно говоря, наверное, с каждой серии я уже буду привыкать к тому, что уровни довольно сложные, потому что прошлый уровень был, ну, просто пипец как сложный, Клабстер, вы его все видели, обязательно посмотрите серию, если не видели, так что также можете посмотреть плейлист, там некоторые уровни, которые даже прошел, представляете, прошел. Некоторые уровни Geometry Dash, вообще это открытие, ёптик. Так вот, этот Клабстер. Не-не-не, чувачево, нам ты не нужен. Мы сегодня будем играть в Electro Dynamics. Где мы его проходили или нет? Вроде не проходили. Клабстер, да, у нас Клабстер был. 15 уровень. Это Electro Dynamics. Или Dynamics, или Electro Dynamics. Давайте прочитаем так, как будто мы американцы. Electro Dynamics. Как-то так. 31% пройден был, к сожалению, но опять же говорю, напоминаю то, что мои уровни проходят люди, которые заходят в мою квартиру и заходят за мой компьютер и развлекаются, и пока пиздят со мной, и парят, короче, конечно же, мы отдыхаем, тут у меня дома пати и все прочее, поэтому, собственно говоря, тут некоторые уровни проходятся, потому что некоторые люди заходят в ГД. Ну, давайте мы поиграем в уровень Electro Dynamics и посмотрим, какой он на вкус. Язычок. Пам-пам. Начало простое. Уже проще, чем уровни, которые были раньше. Там стрелочка была. Блять. Вот по поводу вот этих вот шипов мне писали тоже комментарии, говорили о том, что нужно их как-то замечать, они как-то выделяются. Ну-ка. Блять. Начинается. Тихо. У нас тут черепушка с нами, нам нужно проходить все это. Блять. Главное не заводиться. Не заводиться, главное, нам нужно просто познать этот уровень. Да блять! У меня уже автоматическая агрессия включается, как только я начинаю играть в эту игру. Это уже не лечится. Пэм-пэм. Ну тут музон нормально зато. Угадал! Невидимые шипы! Офигеть, это первый раз, когда я прошел невидимые шипы. Блять, что-то у меня маска немного спазла. Пэм-пэм. Да почему в эти домики врезались? Что же снизу такое? Домики хрущевки, блядь. Так, ну-ка. Хочу еще шпы. Вот этот раз не угадал, блядь. Они как-то выделяются или что-то такое? Писали в комментариях то, что они как-то каким-то свечением выделяются. И это свечение довольно проблематично мне найти. Я смотрю на них. Да вот как его найти? Погоди, так оно... Оно двигается параллельно вот этой плоскости. Как его обнаружить-то? Это сложно довольно. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, five, six, восемь, nine. Блин, не получилось. Джамп. Самое главное пройти этот уровень и не быть охлобыстиком. Так, ну-ка. Шкипер! Блять. Шкиперу, к сожалению, не удалось пройти данный уровень. Шкипер моды. Блять, погоди, я запомню, на кубик идет вверх, там вот эта полоска снизу. Можно понять, где, по какой траектории можно идти. Ну точнее, по какой надо этот прыгать, где надо. Угадал, только лишний раз прыгнул. Все, я понял. На кубик, там кубик снизу полоска. Вот этот уровень реально уже чуть попроще. Ну-ка. Так. Смысл? А, погоди, надо до этого. До этой полоски. Или погоди, они в разных местах спаунятся, что ли? Не может быть такого. Это не может. Рандом тут не может быть такое. Погоди, вот, видите, маленький шип начинается там, где идет вверх такая полоска с кубиком. Она снизу находится. Нужно быть четким. Ну-ка. Блять, второй прыжок забыл совершить. Это самое главное. Погоди. Я пройду этот момент. Я пока не пройду. Мне нужно пройти. Ну-ка, иначе ну буду. Ой, там нужно еще раз было нажать. А нормально, кстати, я прошел до каши, да? Нормально, я прошел.
Так, ну-ка. Что-то стучит кто-то вверху, чего там, блядь, молотить, ё-моё. Блядь, отвлекся на стук. Давайте еще раз попробуем. Так, ну, практику мы, конечно, тоже проведем, только чуть попозже. Какая музычка, вот, скажи, дорогие друзья. Мне нравится. Динамичная, самое главное. Так, вот это вот мы идем уже как родное. Блядь, а теперь я забыл третью нажать. Вот кто-то там тоже, опять же, говорил в комментариях, то, что не надо нажимать мышка очень резко. Я скажу вам то, что я нажимаю резко мышкой, потому что я тупо... не успеваю просто понимать, что на экране, поэтому я нажимаю побыстрее, потому что кубик летит быстрее, чем я нажимаю. Вот, правильно выразился. И поэтому нажимаю просто... Блять, вот как они спавнятся, я до сих пор не понимаю. Какое-то свечение там, но я на такой скорости просто тут все моргает, все лампочки. Я не могу просто увидеть это свечение. Это невозможно, ну-ка. Во! Ну я примерно понял, как это делать. Ну-ка. Вот. Блять, знак восклицания тут. Ну, смотрите, вот чем мне нравятся, опять же, уровни, вот такие вот, где подсвечены именно стрелочками, где куда нажимать. Тут каждый шаг, вот это вот уже понятно. Так понятнее играть, намного понятнее играть. Тут, конечно, да, невидимые шипы эти, ну ладно. Пам-пам. Во! Во! Ой-о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 й
Это очень трудно, проблематично у меня. Вот эти вот квадратные кубики, ну вы поняли. По ним идет ход. Там уже вообще ничего не понятно. Опять же, почему непонятно? Они расплываются в глазах все и непроизвольно хочется нажать куда угодно, только не туда, куда надо. Я понимаю, что ГДшеры, наверное, привыкли к этой всей суете. Кто-то вообще говорил, что на телефоне проще играть. Блять, там телефон отозвался, вы слышали, да? Телефон отозвался, блять, про то, как я его назвал. Он сразу отозвался. Главное, чтобы Big Smoke не закричал. Это уведомление с Телеграма. Блять. Если вы не знали, мы Big Smoke на канале тоже уважаем. Так, ладно, давайте мы пройдем практику. Надо, знаете, найти эту песню где-нибудь в интернете, ноты посмотреть этой песни и потом спеть по нотам. Мне нравится эта песня. Вот когда, опять же, когда миллионы раз я слышу, она же нравится. Бля, чё я в одно и то же место? Хоп! Я что помню, я как помню тут как проходить. Во! Во! Вот это Раутова уже. Мощь Раутова. На практике проходить уровень мощь Раутова. Так, а чё прыгает? Ебанушка. Ты ебанушка, что ли? Так, погоди, стой. Тихо, молодой, не кипишуй. Ну-ка. Ладно. Я просто пытаюсь какой-то вибрато сделать. Хотя, на самом деле, эта песня будет так. Блять, опять, это автоматически происходит. Ладно, не важно. Так, все, проходим. Бля, как я выжил там. Вот как вот. Видите, тут шип. Так. Практика вообще обязательна, как бы. Вау! Так, опять кораблик. А в смысле, а где сохранение, я не понял. А как же автосохранение? Блять. На самом деле, вот кораблик, когда вот именно начинается он с контрольной точки, им управлять сложнее, потому что ты, ну, в полете уже находишься, и поэтому трудно. Блять. Сука. Блядина, ебуны я. Шкипер, бля. Так, во, нормально спаунился. Блять, тут еще ноты такие показаны, типа, веселитесь, пацаны, у нас простой уровень, пройдите его. Кто там реально, кто-то в комментариях написал, вообще, знаете, что? То, что клабстер на изи проходит, пацаны, вы с какой планеты вообще? С Марса, что ли, прилетели? У нас же сейчас как раз-таки на Марс поездка на криптовалюте, понимаете, да? Поэтому, наверное, оттуда.
Дорогие друзья, отпишите, кто с Марса прилетел. Это очень важно, потому что, может быть, вы знаете какую-то другую информацию. Ну, помимо ГД. Во! А вот краски Марса. А, так вот! Тарелка! Тарелка! Это намекает на то, что все, кто прошли этот уровень, они инопланетяне. Тарелка! Блять, это отсылка ебучая. А может, ГД тоже вот эти вот Блять, смотри. А, она, кстати, она становится наоборот. Так, ну-ка. Ну, типа, она наверх идет. А как? А, понял. Понял. Блять. Вот как это дает. Так, вот. Ну-ка. Так, тихо. Блять, плохо сохранился, плохо. Во, вот это уже нормально. Блять, тарелка наоборот, это вообще очень сложно. Это уже Unreal, блять. Почти. Тут надо четко прыгать. Вот смотрите, один раз, два раза, три раза и маленькая тарелочка. Бля, нормально иду. Ну, бля, жалко, что практики. Опять же, врезаюсь практически в каждое устройство. Какое тут есть. Тарелочка. Инопланетяне создали геометрию дэш. 2-0. Геометрия моя любимая. Геометрия моя, на тройку сдал тебя, двойку я тут получил, уровни все проебал. Вот такая вот она, геометрия, получи ты полна. Нормально. Так, ну-ка, тихо. Бля, вот эта вот игрушка на самом деле веселая, но, блин, сложно. Вот, если бы она сложная, так не была. Вот знаете, я обычно провожу аналогию с Бошей, типа Geometry Dash. Вот чем мне не нравится Geometry Dash, вот сейчас скажу сразу минусы, это то, что в нем очень сложно обучаться уровню. Как вот, смотрите, вот обычно как я обучаюсь чему-либо, если речь идет о реакционных играх, в том числе игре на синтезаторе, в том числе игре на гитаре и прочих вот таких вот вещах, где надо быстро, короче, что-то делать, а потом, ну, быстро что-то играть. Обязательно нужно замедление. Без замедления игрушка очень плохая. Роб-топ, если вы смотрите, если вы совершенно относитесь на мое видео, оно говорят часто в рекламе, даже кто-то, какой-то чувак написал популярный, который 20к подписчиков. Кстати, чувак, если ты, ну, то бешись, конечно же, ты, видимо, очень крут, потому что у тебя и подписчики, если ты проходишь уровень, это... Чувак, ты с Плутона, походу. То есть обычно с Марса, а это чел с Плутона. Так, ладно. Так вот, что я хотел сказать. Блядь, я запёздываюсь, я не играю, блядь, уровень-то сам. С вами пишу, дорогие друзья. О чем я там говорю там? А, так вот, роб-топ, введите, пожалуйста, функцию замедления. То есть только так можно обучать уровень. Я считаю, то что с помощью замедления можно обучаться. Замедление крайне необходимо. Почему они его не ввели? Это странно, непонятно вообще. Можно было бы, вот, уровни это добавляют. Хотя вообще, в принципе, игра-то не обновляется в последнее время. Ну, то есть ее модмейкер содержит. Блядь. Мы пройдем сегодня этот уровень или нет? Дорогие друзья. Я скоро в каждом уровне буду просто петь эту мелодию, потому что, ну, я не знаю, как это. Так, тут гора вверх, Стонгс, блядь. Ну-ка. Блядь, почти прилетел. Во! Какая скорость у него высокая. А у него вроде скорость быстрее, чем обычно. Блять, как это идеально можно проходить? Вот, не знаю, я просто... У меня шок, вот, дорогие друзья. Вот я просто представляю, что кто-то реально может пройти этот уровень идеально. То есть в обычном моде, нормально. У меня просто глаза на лоб лезут. Как это возможно? Так, тихо. Да, блядь. О. Сука, медленно, наверное, летим. Так, очень быстро летит вообще, очень быстро летит. Я тут влезаю практически во что угодно. Так, ладно, ну-ка. Блять. Да блять. Сука. Ну-ка. Да ёпти. Мне интересно, Куплинов играл эту игру? Воу, обычный кубик. Редкость довольно в таких уровнях. Смена ориентейшн. Воу. Как? Так, погоди, это значит припрыгнуть надо. 4 шипа? Погоди, стоп, 4 шипа? This is real ghost. Как? 4 шипа, блять, это что-то новое. Блять, серьезно?
Помните, я как в какой-то серии прошлой шутил по поводу шипов, типа, то, что было бы, если бы 4, я бы не перепрыгнул. Они реально это придумали. Ну-ка. Да ёпть, как? Погоди, стой, секундочку. А! Я пи... Охуенно сохранился. Блядь, 4 шипа. А, скорость у меня высокая, точно же, блядь. У меня, походу, ускорило что-то. Я перепрыгиваю это всё дерьмо теперь. Да, блядь, 300 попыток. 300, да-да-да. Можете не шутить даже. Тут так все понятно, что со мной. Я... Так, тихо. Успокойся, Орал ТВ. Я понимаю, что ты музыкальная личность, но... нельзя так. Нельзя грани. Нужно грани чувствовать, понимаете? Разницу между видео и между музыкой. Музыкант я в другом направлении. То есть это не мой канал, как бы. Ну, могу, конечно, завести музыкальный канал. Хотя у меня он есть. Там слишком мало видосов. Ладно, это уже серьезно как-то тема. Геометрия, даже, блядь, про музыку говорить. О чем вы, серьезно, да? Тут про геометрию надо говорить. Ну, в общем, да, я музыкант. Так, тихо. Да, блядь. Как это про... Да, чувак, камон, мы... Где я? А, все норм. Чш. О! Ой, хорошо. Что, не сохранился? А. Я сохраняюсь на каждом шипе, блядь. Сука! Ну-ка. Так, тихо. Мут! Поставьте мут. Яйцо заболело, правое. От такого напряга. Ну! Электроманьяк. Электроманьяк. Практик конфликт. Ну, что мне сказать, дорогие друзья? В принципе, наверное, ничего. Я не могу сказать. Ну, обычный уровень мы с вами прошли. Electrodynamics. Я не скажу, что он был какой-то необычный. Какой-то крутой. Музыка вроде в нем нормальная. Вообще, в целом, структура вся хорошая. Поэтому в нем вроде ничего плохого нет. Обычный уровень. Вот. Так что, я думаю, в следующих выпусках мы допройдем уже, ну, уже оставшиеся, сколько у нас осталось, 7 уровней, еще целых 7 уровней, или вроде не 7, да, у нас тут, не 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, вот этот вот уровень мне нужно открыть, я обычно, знаете, как делаю, как я открываю уровни. Кстати, подсказка для тех, кто не умеет играть в ГД, как открывать уровни под замочком. То есть вы не можете, да, его открыть, никак зайти в него. Вы просто берете... телефон, ну, у меня он там находится. Набираете номер там какой-то, звоните по нему и говорите: «Эй, чувак, короче, ко мне сегодня можно? Можешь мне пройти уровни по ГД, чтобы монетки собрать, а то мне не открыть, я хочу как бы пройти этот уровень, но не могу, потому что монетки не могу собрать, я нубло». После этой последней фразы «я нубло», он прибегает, начинает проходить и проходит. Вот такая вот инструкция. А пока хочу прощаться с вами, все равно скорого. Мы пройдем с вами другие уровни, но я ж не знаю, они какие-то, наверное, однообразные уже пошли. Ну, потому что я не умею играть, я их не могу тупо пройти. Дорогие друзья, если что, мы можем, в принципе, наверное, поиграть либо в другие уровни, либо в другие моды. Ну, игру-то мы допройдем, понятное дело. Просто добавь короткометраж, это все. Ну, ладно. Все равно скорого, всем пока. Я с вами Орал ТВ, и сегодня у нас, скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, сделать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. После этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. Во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть... Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram — это никнейм, если ВКонтакте — то это ссылка. К примеру, вот типа это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы. Отдельный пользователь.
и вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыграем каждую игру. То есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх. Так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам. Я забыл об этом сказать в видеоролике.